Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаемся в эфир. Захват я поменял, но вроде я и нажимал Ctrl-F, как там указали мне на скриншоте, но, по-моему, не отцентрировались все равно столы по размеру экрана. Ну, как бы то ни было, уже сделать что-то не успеваю, не хочется пропускать много времени, звоню, поэтому я Андрею, который бодр и свеж. Привет. Все, мы возвращаемся в эфир. Там через некоторое время стрим подхватится и на Good Game, и на Gypsy Team. Там некоторые технические детали, так что... А зачем ты делаешь... зачем ты делаешь паузы? Ну, в смысле, выключаешь-включаешь трансляцию. Ну, я делаю сейчас каждые 2 часа, потому что у меня вчера получился файл 6,5 гигабайт, и его вроде не очень удобно заливать, куда бы то ни было. Да. А более короткие мы так... Я уверен, что, по крайней мере, на YouTube они зальются хорошо. Угу. А как у тебя получилось так 6 гигабайт? У меня самые большие стримы, там 12-часовые, они получались 1,5 гигабайта максимум. Ну, не знаю, может, такие параметры выставлены. Ты столик так и не растянул, да? Я попытался, во всяком случае, это сделать, но не вышло. Там, ну, мне прислали скриншот, как это сделать, я выполнил требуемое, но не сработало почему-то. Я захват только поменял, то есть там теперь видно... комментаторов и ну, в любом случае, если я открываю у себя на весь экран, у меня все идеально четко видно. Угу. То есть, да, но тут действительно это не какие-то там капризы людей, а на некоторых разрешениях, как мне объяснили, возникают проблемы. У меня широкоформатный монитор, да? У меня 3 девайса дома, и на ноутбуке нормально смотрится, и на мониторе широкоформатно нормально смотрится, да, и на третьем компьютере. У всех широкоформатники, у них у всех отлично все. Там, где квадратные мониторы, там все плохо. Так, интересную историю рассказал Just No Pain в скайпе, что, конечно, ему жутко не везло во Linux сегодня. 4 раза он выставился стопом диапазона, Валеты плюс Тускороль, все 4 алына проиграл. С другой стороны, он начинал день с 4 ББ, не заметил, что лопнул бабл, выкинул с UTG 7, open fold сделал. С 4,5 ББ. И на доске был. На ББ был туз, доска была с тузом, то есть он бы вылетел в первый раз дач, если бы был более внимательным. Так что в какой-то. Я слышал, что ГСЧ в Poker Stars он зависит от действий игроков, от таймингов и всего-всего. И если бы он там запушил, то вышел бы другой флоп. И возможно, он бы не вылетел. В общем, как бы то ни было вроде обидно, но есть и какие-то другие соображения. Не только так слепо негодовать на генератор, который не дает выиграть ни один алын. Да, господи, этих турниров будет еще. Каждый год они проводятся. Ну да, таких 2 раза в год примерно. Не считая мейн-эвентов СОПа. Мейн-эвентов СОПа, скупов, купа. Угу. ЕП-то. Так, ну у нас на 4-м столе экшен, как обычно, парень открылся, получил 3 бет, 4 бет в позиции, ну, с ББ, такой, ну, да. Не то чтобы кликом, но меньше, чем, сайзингом меньше, чем в 2 раза, да. Угу. Отличный сайзинг, стоит отметить. Экономичный. Позиции. Да. Просто если он дает больше, он привязывает тебя к банку. Если он дает меньше, он дает возможность оппоненту заходить без позиции на иниту. А вот таким сайзом чуть-чуть меньше, чем в 2 раза, оппоненту сложно играть. Ну, то есть не сложно, а нужно и во-первых, знать свой спектр 3 бета, чтобы представлять, какие руки из него мы хотим пушить на 4 бета, какие руки мы хотим фолдить. И чтобы это было более-менее сбалансировано. Bridge to Pain там выставляется. Хорошую руку он показал. И double up происходит. Mm-hmm. Bridge to Pain тоже кто-то очень хороший, да? Я так-то... Вроде бы я с ним не пересекался. Но по ощущениям... Немцы все, наверное, очень хорошие. Ну или почти все. Какая-то сильная покерная нация. Но не знаю, кто это, как его зовут. Очень мало, кстати, немцев действительно сейчас на поздней стадии. Необычно. Вот Neckbreak. А Daimaus, правда, вот безумно играющий префлоп. И Bridge to Pain, да, 3 немца.
Канадцы в основном. Бразильцев много, кстати. Или просто они наверху. Чика, Акари, The Nerd Guy тоже бразильский Ой, регуляр. ну приступ Пейн. Что говорит Google? Google говорит, что он выиграл 9 марта Sunday 500 в Старзах этого года. Следующий крупный выигрыш у него был 5 лет назад. В 2009 году он занял 10 место в мейн-эвенте Скупа за 10 тысяч. Ага. Получил 65. Это не тот ли турнир, где играли там? То есть он играет, ну, судя по статистике, он играет уже лет 6. Не тот турнир, где Спулет играл и Гриппа на финальном столе. Джей Тадеус первое место тогда выиграл, 963 тысячи. Перл Джеймер, Рагин 72-е, Перл Джеймер 3-е. Ага. Сиол Скулу, Мурман 8-е. Говорит, что Пейн занял 10-е. Окей. Не тот, значит, турнир, но... Стейер 21-е. Сервотс 33-е. Мастер Джей 33, 39 место занял в 2009 году в мейн-эвенте Скупа. Люди опытные, мастера килополей тут у нас собрались. Да, Мэтт Ликер 45-е. То есть вот весь наш состав. Ага. Go Live as Go. Что это за флашеска какая-то из Польши? Так, а вот тут у нас Action Master J и Grown Up Guy. Master J открылся, Grown Up Guy 3 бетил, Master J 4 бетил, да? Угу. Изильдур там 3 бетит пока что на Ryan Affair, получает инстафолд. И Чиканоки получил 3 бет. Ну, я думаю, Чикануки не знает, что делать с этим трибатом, учитывая его опыт игры в турнирах. Угу. 30 тысяч турниров на стартах. Ну, он вот так вот просто 4 бет ставит. И... Так вот, типа, я ну, фактически, я не выкину, да. Это win. Я не выкину, но еще почему-то таким сайзингом маленьким. Для чего, может, непонятно, это считает, делается. Считает, что таким сайзингом он увеличит фолдек эти. Немножко. 2 девятки. Угу. 3 девятки. Ауты есть, кстати, неожиданно. Шестерка. Да, отскочить не удалось. Ну вот так вот забавно, что на флопе аутов нет, а на терне они уже появились. Изильдур сквизит на батоне. Это всегда так. Зажигается такая красная лампочка. Изильдур сквизит на батоне. То есть, видимо, у него просто 2 туза должно быть. Брюс Визейн. Перекладывает это решение. Это ж Изильдур, на тебя. Туз 10. Улын. Да. Вот так вот Изильдур и называет. На имидже. Да, Брюс Визейн такой хороший ран у него был. Так долго сражался и загрузил весь стек Изильдуру с доминированной рукой. Тот даже еще не снэп вколил, а подумал, а не младше ли я, но... Не, не младше. Я же Изильдур, да. Забавно, в него просто впихивают стеки, это просто потрясающе. Нет, это, ну, Брюс Визейн корректно сыграл против лузового игрока, но... Но в том-то и дело, что Изильдур, похоже, играет не особо лузово. Да, что Изильдур играет чисто по карте, ну, по большей части. Да, достаточно спокойно. И пока ему проплачивают все его value руки, то нет смысла много блефовать. Это как то старое выражение о том, что за лузовым столом нужно играть тайтово, за тайтовым столом нужно играть лузово. То есть, если ваши value руки будут проплачивать, то вам нет смысла брифовать. А если value руки не проплачиваются, то имеет смысл брифовать очень много. Закалировал 3-бет от Хастлы Изильдур. Ну, тот тоже агрессивный товарищ из малого блайнда. У него будет достаточно широкий, наверное, 3-бет. Но чекнул Хастлы и... Изи ставит треть банка. У меня такое ощущение, что вот все вот эти чеки в трибот-потах на низких досках, это всегда оверкарты сильные. То есть, типа, туза короля, туза дамы, туза валета. То есть руки, с которыми человек готов сыграть пару... Ну, с которыми готов сыграть чек-кол пару раз. Угу. Маленький рейс. Чек-рейза. Интересная линия, странная чек-рейз. Чуть небольшой, так
достаточно. Если вдруг говорит, давай, будем смотреть, что ты будешь делать дальше. Ну да, уже SPR1, уже пора ставить all-in или чекать. Ну как, all-in? Если бы... Хотя вот, можно кстати, микропокер у тебя тузы, продолжать, да? конечно, да. У тебя тузы на месте хаскла, конечно, ты захочешь 298 тысяч поставить вместо all-in. Угу. С другой стороны, ставят 298 тысяч для Шотса и Сильдура на все дро. Ну которые и у него могут со быть. своими дро не можешь оказать особого давления. Угу. То есть поэтому тут... с точки зрения баланса нужно выбирать пуш. Как единственный сайзинг. Он выбирает 246. То есть у него тузы. Изи пока кол, пока не убежден, может четверка. Или изображает. Или четверка просто у него. Давай, keep betting. Ну или реализовывает equity flash draw, и, в общем, смешно ему просто. Так, чек. Чек. О, интересная раздача, хорошая раздача. Видимо, от отчаяния хасла. Сильдуру грузят задарма. Не очень нравится мне чек-рейс на флопе какой-то, он совсем нелепый. Ну да, и Зельдур так вполне корректно, хорошо с шестерками сыграл. Не поверил в странную линию соперника. Вот нам, кстати, сообщает Глеб Ковтунов, что Bridge to Pain — это Марка Нойман, который с Хорошениным поделил в 3 макс. Знал бы, кто такой Хорошенин. Ну, тоже здесь играл, но вылетел в ходе сегодняшнего стрима. Угу. В общем, такой, видимо, сильный игрок. Немецкий. Ну, Хусла, кстати, то есть он сыграл, в принципе, прозрачно. То есть вот то, что я у него ну, думал... в смысле, блеф отчаяния? Там... Нет, ну, то, что в спектре чека у него будет по большей части там, туз-король, туз-дам и туз-валет. Угу. Они как бы и оказались. Ну, чек-рейзик без позиции, там вообще с отвратительными совершенно бэкдорами. Просто надо допушивать, как бы. Угу. Ну, там... если уже выбирать такую линию... Да, может, если бы он там вышла пика, он бы забарилил там Изильдур бы и выкинул. Потому что представь, ну, Изильдур колет чекрейс на низкой доске, 4-7-4. Угу. А падает четверка, ничего не меняется. Если мы бтм 3 спота, какие руки мы можем выбить вообще из спектра? Кола, да, особо Изильдура, никакие, на... там. Никаких, да. Соответственно, если мы выбираем линию блефа, да, то мы должны поставить немножечко на терни и обязательно пушить ривер. Может, машин неудачный момент выбрал, чтобы выставиться, у него осталось меньше 2 блайндов. А, возможно, он посчитал, что, ну, раз дро не доехали никакие, ну, типа флаш-дро не доехало, то его пуш, закроет широко, нет смысла. Может, он решил, да, ну, во-первых, то, что его пуш закроет широко, но с другой стороны, может, он посчитал, что чек-кол будет лучше. Угу. Ну, это... Да. Там чек-кол уже на стек получал. Хотя микропокер сейчас современный. Не-не-не, на стек там в поте под 1 300 000, а в стеке 600 Ну, это сейчас не имеет значения для людей. Могут и маленькую ставку поставить на ривере. Ну, как бы Алэн-то, конечно, пролезал там за любую сторону, уже начиная с терна. Так, Bridge to Pain хочет выставиться, ему не дают этой возможности. У нас остался последний российский игрок, да, я смотрю, Рыбуляр. А, Мош? Мош? А, ну да, у него уже осталось 2 блайнда, я его что-то уже списал, он еще может удвоиться, да, по полеям за Мош машин. С туз 5 тузов он не смог обыграть, хотя пятерку открыли на флопе. Пошли его калечить двое сразу. Зенард Гай 4 бетит. Кол 4 бетит. Либдонатса. Угу. Тоже классный сайзинг. Мне нравится. 4 бета. Так, и мы пока... Да, вот мы удвоились, то есть утроились. 195 тысяч стало, может, машина. Идем по пути ноутбейна. Так, ну, гриппа, по-моему, сдается процентов 20, когда его переставляют, независимо от того, какой это бет. Второй, третий, четвертый, пятый. Он за счет фолд эквити, видимо, добирает тут все.
Ну, блокер он пихнул, как бы. Нет, кстати, пихнул отлично. Ну, единственное, что проиграл. То есть король дамы из всех рук, там, которые у него могут быть в спектре. Три байта Ну, она чтобы наверное лучше блокеры, всех. наверное, на весь value range практически, Да, да. да, да, да. Да, она лучше всех подходит для пуша. Ну вот и мы простились, тем не менее, с ним. Хотя он отфлопнул хорошо, даже по терну были какие-то шансы. Но 33 место, 33 тысячи. Hello, пишет земляркой. The Master Jay и в прошлом году в мейне 27-м ушел, пишет Но Глеб. с другой стороны, чтобы так пушить, да, король-даму, нужно знать, что оппонент широко 4 батит. То есть, что оппонент вообще способен 4 батить в блеф после того, как Ну да, в таких был 3 позициях, бет конечно. в УТГ рейзера, и за тобой еще там 6 человек сидят. То есть, вот если Олли бы вылетел. мастер J33, да, такое сделал, да, то против него пуш с король-дамой однозначно было бы хорошим. А когда ты видишь такой пуш от просто регуляра, который, ну, достаточно хороший, играет много, непонятно, насколько он хорош будет. Ну, в любом случае. Ну что ж. Глеба, кстати, поздравляю с титулом лучшего игрока GFC Team. Раз он проснулся и слушает наш чат, он получит памятный кубок. Никто его уже не может опередить. Так что поздравляем. Жаль, что общий лидерборд не удалось в последнем турнире зацепиться за деньги. Нигде. 340 очков, да, у него? И как мы его в драфте не взяли? Да он и сам себя в драфте не взял. Так, да. Так, я сейчас открываю на стриме нашу статистику. 340 очков у него, на втором месте Зая, 275, третий Адреналин, 260. Дальше там большой отрыв. Мамонт, Виа, Акку, Николас и прочее. Викинг требесит Ребуляра. Получает Алын в ответ. Ну, не так уж. Ну, собственно, подтверждается еще раз это выражение, то, что кто последний поставил Алын, тот и прав. Крейзи Леор переставляет Даймауса. Ну, с Даймаусом нужно там сразу расписывать себе в уме диапазон 4 бета, 5 бета и так далее. Тут 3 бета раздача редко кончается. Ну, это, по-моему, уже не первый триват против него. Ну, именно Да, от далеко Элеор. не первый, да. Элеор, кстати, сплаш это играет. Супернова. Да. И это единственный участник, который играет с планшета со всех 4 стволов. Без статов, то есть. Да. Значит, он идеально разработал свою стратегию. ГТО, ему статы не нужны. Хотя, признаться, ну не производит он такого впечатления большого ученого при личной Нет, встрече. почему? Играет, ну, активно, Не-не, нормально. я Что имею в виду себе плохого исключительно нельзя? вот впечатление персональное. Такой вот Сульский, там, с окладистой бородой, такой с заумными глазами, с поставленной речью, он, Блин. понятно, что из профессорской семьи чувствуется, а вот Крейзи Леор... Ну, я, честно говоря, не представляю Сульски с планшетом на финальном столе покупа. Ну да, я когда первый раз видел последние воды Гольфонда, ну вернее не последние, когда он на Run at Once начал воду выкладывать, я поразился, какой у него хат. То есть там, я столько параметров-то не знаю, сколько у него выставлено. Выведено. Хотя, казалось бы, человек, вроде он тоже говорит, что он такой чуйка-плеер, не математик ни разу, математику понимает хуже большинства топ-регуляров. Галифант? Да, он так Да себя ладно. позиционирует. Да ладно, ты что? Он отлично знает математику. Нет, ну, по сравнению там
Ну, по сравнению там с Беном 86, там Сульски, он, наверное, похуже знает. Ним, Он же с да, этими людьми немножечко сравнивает. отстает. Да, конечно, но по сравнению Понятно, с что не с регулярами, там PL50, с которыми он в зуме там играл, и довольно смешно смотрелось, как проблефовывал стек за стеком в эти диапазоны, в которых там, ну, блефы заканчиваются где-то в районе префлопа у них. У многих тайтовых регуляров PL50. Ну, это не в укор Филу, он-то показывал, как, в общем, скорее стоит играть против нормальных людей. Он поле не знает. Нердгай маленький флоп. Чекрейзит с ББ. Модная линия. Кстати, а давай узнаем, кто такой Crazy Elior. Это Сейчас ты тут. Элиор Сион. Я поэтому и говорю, на мировой серии я его видел. И самые высокие лимиты он играет Mix Games. 2К 4К на Full Tilt, там с Айви и Самрастаном, 3 Макса и так далее. Такие забавные фотки у него в Гугле. Да, то есть он похож скорее на такого лудомана, но никак не на покерного математика. Ладно, не буду сбрасывать картинку. Ну, если вы загуглите, там первая фотка в Гугле. Даже Представляете, прям что-то с первая фотка. планшетом. Да. Ну, кстати, ты его С таким застебал, и он взглядом. планшет убрал уже, по-моему. Да. Может, слушает нас. Я его не вижу сейчас. Или там показан только планшет, когда карты в руке у человека, Он нет? был планшет, И был планшет. я видел планшет. Куда он Короче. делся? Вот черт, спалились. Вот зачем у нас трехминутная задержка, чтобы Crazy Elior не слушал, что мы рассказываем про его раздачи. Так, ну тем временем Дэвил, который был, кстати, седьмым в этом турнире в прошлом году, играет какой-то большой банк. Не, на самом деле в МТТ статы, ну, особенно вот в таких МТТ, где ты редко пересекаешься с людьми, с которыми сидишь за столом, статы на самом деле не особо не нужны, потому что когда ты сидишь, ты и так видишь, кто что делает. Ну, особенно когда у тебя один стол, и особенно когда этот стол важный, ты следишь, смотришь и понимаешь примерно, кто на что гораздо, Да, и кто следит, сколько любопытная открывает. раздача получилась. Поэтому, в принципе, с планшета играть можно. То есть тут ничего такого криминального нету. Король 8 во весь стол с первой позиции открыл Райан Фейр. Покер Девил. Кол на ББ. Король 8 червей там был. Чек-чек. Маленькую совсем ставку Покер Девил. Тут ему рейс. Кол. И на ривере еще отчеколил Девил. Показал тупо топ-пару. Выиграл тому полуслучайной руки. Хорошо А сыграл с сейчас топ-парой, наверное. у Исильдура раздача с Элиаром и Покеревилом. Да, кстати, любопытно. Все чекнули. Эллер открылся, Исильдур зашел под него, Эвил с СБ подколил, парень на ББ выкинул почему-то, при отсах там 1 к миллиону. На флопе все чекнули, на терне тоже все чекнули, Исильдур бетает, пытается забрать. Ну, в общем, тут он кэпнут валетом, видимо, в этой раздаче. Кто? Изюльдур. В смысле, капнут валетом? Ну а какой ему смысл чекать бихайнд, там какие-то более сильные руки? Ну, то есть он скорее после там четырех чеков подряд поставит какие-нибудь там семерки, шестерки, пятерки просто для защиты, но и вот валет вышел, можно и валет поставить, если у него он был там в оверкартах. Ну да, да, плюс нет, почему? Я считаю, что на месте Сидура нормально чекнуть бихайнд тут против троих и какого-нибудь там среднего короля, Против слабого двоих. короля. Да, например, там король 10, почему бы не заподконтролить? Особенно зная, что Элиор, в принципе, может слоуплеить, он знает, что он играет против Сидура, который будет, ну, который потенциально может там что-то исполнять и Окей, да, захочет согласен. чекать в Элью руки, поэтому ну, линия под контролем здесь вполне уместно, и, соответственно, короля он может в Элью бетить среднего на терне, плюс может бетать, ну, если ему помог валет. Ну и плюс он должен бетать в блеф.
соответственно, все остальное, там какие-нибудь там гадшотики, которых тут неимоверное количество, просто типа 9 дама. Так, наш игрок с 10-8 выставляется против туз король, флоп не наш, терн получше, но на ривере. Восьмерка? Нет. На ривере восьмерка, но не помогает, да, прощаемся мы. С мош-машином 31 место он занимает. Я прочитал abuse of button is violation and not permitted. Но это оказывается abuse of moderator button. А button... Я слышал, ты говорил, что the nerd guy бразилец, но он русскоязычный, да? Нет, не русскоязычный, как-то его там зовут Видзелевский. Как-то, ну, в общем, такая польская фамилия, Дзелевский. Юрий его зовут, но Юрий. Не особо он русскоязычный. Понятно. То есть остался из наших только Бенисловос, из ближнего. Угу. Зарубежья. Да, надо выбрать, за кого мы болеем. Тойлет. Мы болеем за Исильдура. За Исильдура? Выбор очевиден. Ну, я болею за Исильдура. А ну вот Рыбуляр же еще остался, забываем этого игрока. Надо наконец-то его пометить, хоть я его и не знаю, но так, чтобы просто не забывал сам. Последний российский участник. И за Какари. И за NLJ. Угу. Да, потому что это ребята, с которыми я постоянно пересекаюсь. И... Вот за Кари можно болеть. По-моему, он там содержит целую команду покерных журналистов, и я буду болеть за того, кто вкладывается в наших товарищей. Да. Ну и за Тойлета. Тим Аккари. Ну да, за Тойлета. Мне нравится, когда люди там играют 4 бетфолды там на 2 трети своего стека. Это классно. Это будущее покера. Не, ну не 2 трети, 2 трети. Ну окей, да, это перебор. Ну треть была точно, как минимум, треть, да. Как минимум раз. Ну это такой излюбленный прием олдскульных МТТшников. Типа, я вот ставлю много, ставлю треть стека, типа ну, я уже... У меня фолдек ведь и нету, да. Да. Типа, ну давай пихай, короче, я готов совсем тебя закрыть. А на самом деле, ну, ставят часто так в блеф. Денирин, с какого момента Исильдуру перестанут чипдампить просто? Потому что в этом турнире ему пока что, вот откровенно, сегодня во второй день все чипдампят. Ну. Может, они борются с какими-то там химерами, со своим видением Исильдура, но играют явно не очень круто. Против него в большинстве раздач. Вот это отличный пример того, как работает покерный метагейм. Человек создал имидж за счет хедзапов там. Угу. За счет безумных овербет блефов и все. Хотя он периодически, конечно, его поддерживает тем, что там в какой-нибудь ситуации, которая, казалось бы, покажет какую-нибудь фигню. Должен блефовать вообще, да. Там за 3 баррелит какие-нибудь там 6-4 в сьют, 4 бет поти с овербет алыном на ривере. Все только дальше и будут думать, что вот он часто блефует. А причем эту раздачу обязательно покажут везде. Угу, на Ютубе выложат. Да, выложат на Ютубе. Так, там у нас опять пошел экшен с участием Леора, Даймауса, Покер Дэвила. Короче, классный стол. И вот, наконец-то, Даймаус выставился. Оба адекватные руки показали. И стейки их подравнялись. Ты куда-то пропал? Мне что-то показалось, что... Нет. Нормально все. Да, ну что ж, вот сыграли все вполне разумно. Такие руки раздали им на блайнды под рейс Элиора. Даймаус переставил. Покер Дэвил тоже переставил. Ну, Элиор пас, и выставились. Все стандартно здесь. Понятно, что там девятки, они, ну, как говорится, miles ahead. На голову они выше диапазона 3 бета Даймауса, но с диапазоном его 5 бета они не здорово смотрятся. За счет фолдек эти, наверное, будем плюсовать, да. А просто кол глупо играть, потому что плохо играбельная эта рука. Правильно понимаю ситуацию? Да, да, естественно. Угу. То есть мы обязаны 4 батить их? Да, ну вот Изи-то сыграл в самом начале сегодня просто... кол на ББ, ну, в абсолютно аналогичной ситуации, с двумя девятками, поймал девятку на флопе и умочил королей. Вот его восхождение началось с такой сдачи. Ну, просто если мы колем,
то мы ставим себя в очень уязвимую позицию по отношению к префлоп-агрессору. Во-первых, после того, как мы колем, мы кэпаем свой спектр. Мы бы явно не хотели колить там с тузами, королями. Да, конечно, да. Вот. Но обычно кладут. И соответственно, первый прихлоп агрессор, он получает преимущество в плане 4 байтов, то есть он может 4 байтить пошире за счет этого, за счет того, что мы там почти всегда будем вынуждены будем сдаваться на 4 байта. 19 Дэн 86 что-то выиграл. Если Дур играл, он, возможно, против него был такой оппонент, который, возможно, этого не понимает, и, возможно, он склонен там больше, как и все, там зайти, подколить, посмотреть флоп. И исходя из этих соображений, Сильдур просто заколд-колил. Сейчас еще одна большая раздача между канадцем и немцем. Между покеровелом и таймаусом. Я упустил, к сожалению, что было на префлопе, но судя по размеру банка, это был... Open, 3-bet, потом что-то там. Сейчас будем разбираться, когда раздача закончится. Туз 8. Так, ну что это было у нас? Открываю реплеер. Элиор пас, Изельдур пас. Доскалос, мини-рейс. Даймаус, кол, кол. ББ опять выкинул в такой же ситуации второй раз подряд. Когда трое зашли, он ББ выбрасывает. Дэвил прочекал туз 8 первым и безопасному терну поставил. Один на пас, вылью. Один пас, один кол. И... Ну, естественно, да, тройку он вылью батит дальше. Ну, в смысле, восьмерку, да. Ну, в смысле, ну, тройку, да, ну, выше, вышедшую, тройки, да. Супер безопасная карта. И тот по какой-то карманке его вскрыл. Или... Ну, по туз хай, наверное, вряд ли. Нет, туз... А, нет, что? Да и он колил просто. Вообще, тут из эксплойт соображений линия покеревела такая, его сайзинг на ривере такой, что мне кажется, он очень редко будет блефовать таким сайзингом. А тем временем Элиор с любимцем играет. Защищает ББ против УТГ, да? Да. Но правда тут вопрос, на какой улице большая часть денег зашла в банк? Плотным сайзингом. Ну, вот, да, отлично. Отличный спот для того, чтобы поддержать свой имидж и поставить 3 барреля в блеф. Это туз из доска, когда тут УТГ рейзер. Дама, вышедшая терном, которая помогает, опять же, твоему спектру. Ну, эти два человека играют между собой очень много на high stakes. Ну, спектр Элиора кэпнут на туз король, туз даму. С того, что не было 3 бета. Не было же 3 бета, да? Я не просмотрел. Ну, по ощущениям, Сидур открылся и поставил канбет на флопе и канбет на терне. И, по идее, будет мочить ривер. Нет? Нет. Опа! Отвалил бетил, как отец. Так король хай забрал. Да-да-да. Так, я без реплеера просто посмотрю. Да, он открылся, получил кол, поставил флоп, поставил терн и чекнул ривер. Не очень долго, ну, думаю. Да, на самом деле, как... На 6-8 треф, ну, на гадшоте, конечно, колы, бэкдоре трефовым. Король одна из тех рук, с которой как раз таки бета с ривер имеет немного смысла, потому что мы еще можем выиграть у воздуха. Понятно, ну точнее как воздуха, у... Более, ну, вот у руки, которую он показал, собственно, да. Да-да-да. Но если бы у него была чуть слабее, я думаю, он бы не удержался от овербет пуша. Ну, я бы точно не удержался. Затоил это под шумок 2 миллиона уже. Грейсером. Как-то много поляков, ты не находишь? Осталось. Сколько? Двое? Ну да, они просто наверху. Ну и один из них, Фараз Джака, из Нью-Йорка. Да, двое. Угу. А второй поляк, конечно, тоже неприличный какой-то стэк. По 2 миллиона у обоих.
Интересно, слушают ли нас люди, которые знают Рыбуляра, или он сам? Лучше тебе этого не знать. Ты сейчас сляпнешь что-нибудь. Да. Но мы болеем за него, чтобы хотя бы одного россиянина потащить на финальный стол. Иначе Илья Городецкий будет очень на нас зол, когда он проснется. А сколько получается? 29 человек осталось, 1 500 000 средний. Соответственно, 4 800 будет средний на финалке. Ну, 4 600, 4 700. Весельдура уже средний на финалку. Уже средний на финалку, да. Чиканук близок к среднему на финалку. Бразилец. С 30 да. тысячами турниров на старзах. Да, потрясающий гриндер. А интересно, за какой-то период? А то я так восхищаюсь. Может, он там 9 лет играет. Посмотрим. 2014. 740 турниров за этот год. 160 турниров. А, блин, нет. Я не его смотрю. Да, слушай, по... Ну, до 2013 года он играл по 8 тысяч турниров в год на старзах. В 2013 сыграл 6,5, в 2014 2,5. Угу. Ну, приемлемые цифры, не... в принципе. Хотя 2014 еще не закончился, но идет на спад. Угу. По сравнению с тем, что было раньше. По количеству игры. Не совсем бот. Так может человек играть. Такое количество турниров. Окей, простили его. Как-то подуспокоилась, что ли, игра? Может быть, уже деньги начинают потихонечку ощущаться игроками? Да, я не думаю. Просто те, кто играли гиперактивно, потихонечку закончили свое выступление. И остались, по сути, те, кто играют в крепкие, такой балансный покер. Ну, да, близкие к балансному покеру, и те, кто выжидают удобного момента. Так, начать оказывать давление. Акари Рейс, бразилец 3-бет. Исильдур, все. Исильдур теперь Элеора. Сцепился с Элеором. Переставляет своего постоянного соперника. И тут выкидывает 3-бет. Ну и правильно. Что с Нитом-то связываться без позиции? Бридж ту пейн тут... Ну, нужно не так много здесь ему шабалун поставить, но, видимо, совсем ничего не было против баттон рейза Фараза. Джимастер защищает большой блайнд. Доска валяет 9-4. Здесь очень мало рук фолдится, мне кажется, на канбет. Ну, не очень мало, как бы, что значит очень мало, но довольно часто он попадет. Полпота. Ну, на канбет в полпота и соображение эксплойта можно выкинуть, на самом деле, довольно много. Просто из тех соображений, что на такой дровяной доске полпота, то или захочет ставить... Он не захочет ставить туз 5 полпота. Он полпота захочет ставить именно с вали руками и с дро сильными. Вот викинг выставился так, королев десятки и выиграл, удвоился против бразильца. Чип-лидер первого дня, викинг 1 700 000 у него становится средний стэк. Красавчик. Бабах. Бомбанул Джимастер.
и фолд. Не прошел комбет, пришлось сдаться. А, заметь, поляк мин 3 бетит МС Блафа, который открывается с ранней. Вот этот сайдинг 3 бета мне, наверное, не понять никогда. А это в смысле плоский просто? Да. При таком эффективном стеке. Ну, вернее, просто... не плоский, двойной, да, двойной. Ну, он же и плоский. Да, он как бы... Если бы он бетал больше, то у MC Bluff'а не было бы опции поставить мин 4 бет. Вообще, в принципе, потому что мин 4 бета он бы себя привязывал к бану. Вот выманил мин 4 бет, поставил 5 бет как бы без фолд эквити. Да, уже. То есть единственное, что, ну, с нацевыми какими-то руками. Там, да, ну, вы показали приличные руки. С королями, дамами, да. Это еще может быть оправдано, но если так, то это получается очень несбалансировано. MC Bluff out. Осталось 28 человек. Один до пейджампа. Пейджамп, правда, ну, не такой большой, но больше уже боина. 5355 долларов. Пейджамп. Так, наш игрок открылся, его переставил. Нек брейк. И за третьим столом тоже экшен. 4-6-4-3 бетит Дэна и получает кол 4 бет от Джеймастера. Сейчас еще молк ликер должен, ну, для баланса столов поставить здесь сквиз. Он так задумался надолго. Нет, просто кол сыграл. Ну, хоть увидели флоп. Подожди, там... кто сыграл кол? Ну, молк ликер. А, молк ликер. Регулярно 4 бетит. Регуляр 4 бетит. Причем быстро сдается враг. Все хорошо у нас пока. Средний стек, бьемся дальше. И сельдурца байтит, забирает. 5 миллионов у него становится. Больше 5 миллионов. 100. Угу. Канд бета кол последовал. От кроун ап гай. Кол ББ выкинул. И Флащеско думает, что делать дальше. Ну, по даме он-то должен бетать довольно часто, на мой взгляд. Решил чекнуть, посмотреть, что происходит. Crown up guy ставит, намекая на возможность запушить ривер. Рабуляр очень сильный МТТшник, знаю лично. Говорит нам в чате охотница. Хорошо. Поверим. Охотница. Охотница. Хороший ник. Рабуляр и охотница. Древнейшие занятия человечества. Да. Рыбалка и охота. И охота. Так, Даймаус, Рейс, неожиданно Покер Девил не 3-бетит, уже, видимо, надоело ему эти 4-бет, 5-бет, хочется поиграть в покер. Но Крейзи Элиор неумолим. Даймаус фолд на этот раз. Ну, такой сайзинг грех не сфолдить. Как бы, x4 тебя. Да, и дьявол тоже выкинул. С половиной. Ну, или Ор так немножко подкормился. Это наша школа микс-игр. Даже безлимитный холдом получается. Но тут, правда, больше огромные банкроллы бесстрашие, наверное, выручают. Чем кого? Ну, людей типа или Ора, вот, которые в No Limit вроде не особо много играют. Большую часть времени посвящают High Stakes Mix Games. Там, конечно, есть безлимитные холды, но в соперниках там у тебя то Изельдур, то Айви, там, то Фил Гальфон. Знаешь, откровенно говоря, я не думаю, что очень сильно, ну, то есть на людей, даже которые, даже на которых, ну, по сути, давят деньги, для которых этот турнир
очень-очень значим, и на которых должны давить призовые, у которых там за первое место там дают, там, не знаю, 20 банкроллов твоих. Угу. Думаешь, адреналин перевешивает, да, все равно? Нет, я думаю, что за счет опыта, то есть это же люди не случайные, которые там раз в недельку в покер играют. Ну да, конечно, по 30 тысяч турниров. 5-6 лет, я думаю, хоть они испытывают адреналин, но на их игре это не сказывается. Ну, не должно сказываться. По крайней мере, ну, по своим наблюдениям я вижу, что я достаточно редко плыву. Ну, так, откровенно сильно плыву. То есть, либо там гиперлузово играю, либо гипертайтово зажато. Чисто из соображений за того, что давят деньги, да и все мои знакомые, у них то же самое. То есть даже если деньги давят, трибатишь, и все. Да, потому что должен, да. Да, потому что должен. Как бы колешь пуш, ну да, потому что должен. Нужно где-то вскрывать, там, понятно, вскрываешь. То есть на Mountain Rose, я уверен, что тоже, ну, наверняка деньги давили, но тем не менее он сделал этот кол с девятками против Master J33. Да. И кол был, на мой взгляд, хороший. А вот понятно, еще... что давят, понятно, что страшно, понятно, что неудобно, неприятно, боязно, ну, что делать. Да, работа такая. Да. Фишей развлекать. Вот Жека у нас пишет в чате, а у меня регуляр фишом помечен. Вот так вот, сколько людей, столько мнений. Жека. Жека, ну, перед охотницей, мне кажется, все-таки Жека не авторитет. Вот охотница круче звучит. Литовский игрок тем временем open пушит. И Bridge to Pain тоже пушит. И оба забирают. Угу, молодцы. Всегда приятно увеличить свой стек, вот особенно где-нибудь, ну, в онлайне это не так, а вот на мировой серии где-нибудь пушишь так короткий стек. И когда все выкинули, тебе такую гору шашек дают, там же все эти анте мелкие, анте, там блайнды, да, и такой довольный сидишь прямо. Кажется, что все, стек подрос. Почти удвоился, но по количеству фишек обычно просто удвоился. Я ни разу не играл офлайн, чтобы у меня прям была гора фишек. У нас как-то вот все местные офлайны, ты сидишь, у тебя там такой стек из 10 фишечек. Ну, максимум там из 30 фишечек. Да, на мировой серии так явно, там они подзатягивают момент, когда нужно мелкие менять на крупные, чтобы просто люди порадовались, построили там, домики там у себя. По фотографиям там у всех горы прям фишек. На столах. Так, 3-бет кол. Вообще, вот кол 3-бета без позиции, насколько часто делается обычно или должен делаться в МТТ? Ну, понятно, там зависит от стеков, но вот в таких каких-то общих там стеках от 25 до 40 ББ. Условно МТТ глубоких. Ну, раньше-то очень много фолдили без позиции, стараясь просто 4-бетить. Сейчас. Сейчас, ну, научились колить. Значительно чаще стали колить. Ну, потому что посчитали, посмотрели, что с какими-то руками кол имеет место. Если с ними кол имеет место, то зачем с ними 4 батить? Лучше больше поляризовать спектр 4 бата. А, и колить то, что можно колить. Угу. Викинг поддавливает. То есть так как бы и решение принимать проще в плане 4 бета, что ты, получается, 4 батишь тот верхнюю часть рейнджа, с которой ты готов закрывать all-in, а нижнюю часть рейнджа, с которой не готов закрывать all-in, но которую ты 4 батишь в блеф. И получается, что когда ты 4 батишь на value, у тебя не возникает граничных решений. Трудных типа, решений, вот, да. Вот, типа, вот я сейчас 4 бетнул, там, не знаю, семерки, и кольнуть мне алын или нет, или я там 4 бетнул туз даму, и вот кольнуть мне этот алын или нет. Угу. Такого нету. Вот. Так что это упрощает игру, и... Ну, в целом это более крепко, чем... Так, вот на рейс за Toilet Bridge to Pain поставил алын.
10 блайндов у него. Угу. Ну, мне кажется, соображение шансов банка тут то или то мало волнует, нет, в ну у него принципе. тут такой быстрый аллен был, что я думаю, это рука, с которой он даже не думает, пушить или нет. То есть это рука типа там пара пятерок, короля дамы, туза 9, туза 8, ну и сильнее. 9-8 заколил. Угу. И победил. Да. 3 стола осталось. Прощаемся с Bridge to Pain, да, осталось 3 стола. Поэтому на место вылетевшего стола я, наверное, просто ну, список игроков выведу. Chip count. Что у нас происходит? Хорошая идея. А что будешь делать, когда останется 2? Придумаем что-нибудь. Наверное, увеличу просто их. Сделаю немножко побольше. Викинг опять стрибатит кого там. Нэкбрик. Угу. И Элиар опять стрибатит. А ты говоришь, подуспокоилось все. Да, нет, это было просто временное затишье какое-то. Может быть, выдал желаемое за действительное. Так, сейчас перерыв там должен, по идее, прийти вот-вот. Нэкбрейк ставит 4 бет. А Кари привычно кричит «Вама», хотя не принимает участия в раздачах. И посмотрим, мы досмотрим обе раздачи на столах, прежде чем уходить на перерыв. Угу. 4 бет закалировал Викинг. И 4-3 сьют доска. Он игрок довольно резкий, думаю, на любой черви просто поставит я здесь all-in. Удержусь от того, чтобы что-то предполагать, потому что по опыту тут может быть все что угодно. Джака там с Райаном Фейром сражаются. У них я экшен пропустил полностью. Нэкбрейк ставит не очень большой комбат. Очень. Нет, это очень большой комбат, на самом очень деле. Очень большой, для 4 бэтпота именно, или для такой доски, или для чего? Для такой доски и для отношения банка к флопу, то есть с value руками, я бы хотел использовать именно такой, не меньше. Угу. По крайней мере, не меньше. То есть 250, там, 240, это был бы, наверное, стандартный сайдинг цбета в 4 бэтпоте, но учитывая слишком дровяную, такую дровяную доску, его можно поднимать там до процентов 40-45. Наверное. Интересно, как на какой диапазон тут викинга положить можно, поставил 3 бет. Закалировал 4 бет, сыграл просто кол на таком флопе. Бродвей высокие. Типа короля дамы, дамы валета. А, туз валет, туз дама. Подал и ему ставят, и он думает. Ну, норм линия у Нэкбрика. Угу. То есть, ну, очень сильная на самом деле. Ну, у него в линии все нации value, есть. То есть. Тузы, короли, дамы, да, туз, дама, в плане value. Девяток, наверное, нету, не знаю. Ну и в плане полублефов это туз флешовый, например. Да, ну у него так много сильных рук в диапазоне, что в принципе он может там чуть ли не совсем, наверное, такую же линию со всеми блефами. Да, да. Давайте. Ты что бы я выбрал на такой доске? Я бы конбасил флоп не очень часто. То есть я бы конбасил там процентов. Не знаю, 4 бат рейнджа. Ну, наверное, процентов 55-60. Угу. Но при этом я его постоянно барлил. То есть ты для цбета выбираешь те руки, с которыми ты готов по бланковому риверу поставить улы. Угу. Так, чтобы это получалось более-менее балансно. Ну, грубо говоря. Ладно, у нас перерыв. Пойдем да, на... да, отдыхаем. Вернемся через час. Ой, через 5 минут. Да, через 5 минут, давай.
Алло, что-то игра пошла, а ты не сгонишь? Алло, да, я вернулся, просто отсутствовал. У нас большой-большой мультипот на втором столе. Угу. Ник Брик открылся, Викинг зашел, НДС зашел и регуляр в игре. Под 400 тысяч. Уже. И регуляр донкает. Он донкает. Он на ОТГ, да, регуляр? Да, нет, он с ББ зашел. Мне тяжело придумать фокус, который он может так донкать. В блеф в троих человек так донкать нельзя. На вэлью с сетами этот сайзинг, на мой взгляд, слишком велик для донкбета. 5-6 единственная рука, которая подходит для донка таким сайзингом, и 7-8, наверное. Так что, ну, не знаю. И чек. Ну, то, что Nightbreak сделал кол сразу же на такой донг. Нет, ну против такого донка просто играть, потому что он не сбалансирован, не будет Не, ну когда у сбалансирован. тебя за спиной еще два человека, наверное, какие-нибудь девятки, восьмерки смотрятся не так здорово. Ну, нет, Нет? но, Не такие соображения не имеются, это в смысле? ну, девятки, наверное, нет, но с даму тут в любом случае фолдить нельзя. Ну, даже те же девятки, десятки, с ними можно реализовать эквити, зная, что спектр оппонента достаточно сильно парализован и перекошен в сторону блефов. То есть комбинация на 7-8, на 8-9 какие-нибудь у него будет больше в спектре, чем комбинация на 5-6. Считаю, что в таком сайзинге нет сетов. Ну, И чек пушит. пушит Ник Рабуляр. Брик. Ну, я закрывал с дамой на месте Ник Брика. Если у него есть дама, я думаю, кол здесь вполне оправдан. Ну что, опять же, из тех соображений, что 5-6, он бы О как. туз дама. Ну. Ну, Последний с российский королями участник. это вообще очень простой кол. Так, пересмотрим еще раз эту раздачу в реплеере. Последний наш игрок покидает турниры. Ну, а то, что Да, туз дама у он из него УТГ была. действительно открылся, и там с королями просто кол сыграл. Нэкбрейк. И вот А, поэтому... регуляр открылся? Да, Рабуляр открылся. А, тогда я неправильно прочитал экшен. Извиняюсь, извинения. И оба блайнда выбросили, то есть три человека в позиции закалировали. Он поставил в трех человек с топ-парой топ-кикером и чек за чек пушил. Видимо, он, да, он Тогда просто считал, я тут что у опять него не нац прав. просто в такой ситуации. Ну, либо у противника сеты, но как бы сетов меньше стало на терне. Ладно, извиняюсь, я не прав. Я подумал, что это данкбет. Да, ну хорошо сыграл Neckbreak, получается. Выманил много лишних ставок. Ну как выманил, если бы он трибатил на префлопе. Не, ну он с людей бы за спиной просто не добрал. Ну, эти люди со спиной с такой же вероятностью могли словить и сет. Как бы. Ну и заставил Рыбуляра поставить на черни, видимо. Ну, тот считал, что у него лучшая рука практически всегда. И такое разочарование, потому что вот, ты говоришь, с дамой бы вскрывал, или там ты другую ситуацию просто совсем имел в виду. Ну, перепутав префлоп. Да. Ага. Да, ну теперь у Нэкбрейка большой стэк, почти как у Изильдура. У меня осталось всего 25 человек. Россиян среди них нет, русскоязычных, в общем-то, тоже. Но мы болеем за Виктора Блума. И я думаю, что пока он играет, стрим будет продолжен. Это точно. И Да, он ведь Виктор не... Блум за месяц ничего не делает. Ну, то Да, есть, вот он сидит аккуратно, тайтово, фулью бетит. как раз хотел сказать, ничего особенного не делает. Играет спокойно и вот в таком вроде сильном и плотном турнире забирает просто подарки чип-лидер. Он свою долю 3 бетов, 4 бетов ставит, конечно, но вот как бы показывает и в постлоп розыгрышах осмысленные совершенно руки, нигде он ничего так особо не переигрывает. Вот что значит, человеку нужны деньги. Играет круто, качественно.
Без глупостей. То есть, так Без и быть, я затащу турнир на 2000 человек, раз уж мне нужны деньги, то откажусь от блефов на некоторое время и спокойно тогда возьму без боли эти 1 700 000. Нет, я уверен, что блефы-то есть, но их количество не какое-то там безумное. А Кари, вот, мне кажется, на финальном столе будет. Он такой, такие чудеса показывает маневров с коротким стеком, со средним стеком, так особо не рискует. Как-то уворачивается от кулеров. Хоть у него стек и маленький, но смотрится он здорово. И опять Элиора трибетит Зельдур. Видимо, в очередной раз зашла карта. Задумался Элиорсион и, оставив себе несколько меньше секунд тайбанка, чем было раньше, поставил 4 бета, и Виктор быстро закалировал. Флоп 10-4-2. Элиор ставит Бет. Ну, опять та же ситуация, в которой мы хотим забатить не очень много. И учитывая, что доска дровяная, мы хотим уложиться не в две ставки, не в три ставки, а в две, то есть чтобы на терне пушить. Забыть чуть большим сайзингом и чуть меньшее количество комбинаций. Да, чуть больше, чем сайзингом, меньше количество комбинаций, да, и большинство тернов пушить со всем рейнджем. А с какими руками ты бы там не ставил конбет, вот, например, 4 бет поти в таком, без позиции, на такой доске? С валет 10. Ну, то есть они, ну, у тебя руками, 4 бет рейнджи, они у тебя будут? Ну, если будут. Ага. Ну, если окажется там иногда, то это как раз та рука, с которой мы не готовы вальюбетить. Ага, естественно. Два раза. Соответственно, ее можно отправлять в чек. А плюс ты можно отправить в чек для усиления диапазона чека. А бета, соответственно, десятку сильную, то есть король 10, туз 10. Валеты, дамы, короли, тузы и флашдро. Причем флашдро без туза. То есть с тузовым флашдро можно чекнуть. Можно отправить их в чек. Но это нужно в КРЮВ, как бы, вбить свой рейндж и посмотреть, сколько у тебя там чего получается на такой доске, и разнести что-то в спектр бета, что-то в спектр чек. Чтобы и то получалось относительно сбалансированным. И при этом, чтобы ты часто смог пушить терн после сибета. Бенесловаса было 300 тысяч, сейчас он начинает распихиваться потихонечку. Задумался мальт-ликер. Уже у него меньше 3 миллионов. Зельдур с Покер Девилом опять сражаются. Две трети банка примерно ставит Зельдур по повтору старшей карты флопа. Бенислова запушил туз 9, попал в туз 10, очень неприятная для литовца раздача. И поделили, да? Поделили, да. Поделили. Я ненавижу такие, когда происходят. То есть у тебя вроде бы сильная, да. На один кикер ты проиграл. Так, и у Дэвила были две десятки. Как-то подозрительно спокойно прошла эта раздача. Просто кол на ББ, кол двух ставок и чек-чек на ривере. Ну, на ривере, похоже, честные чеки у Изельдура, так как бы ничего не купил чек, что-то купил бет, овербет. Ну, это, в принципе, верно, если тебя будут колить с плавкейчерами всегда. Угу. Знаю, что ты Изельдур. Бенни Словос теперь... Такая эксплойт-стратегия.
впушил хорошее, ну там и у ликера хорошее. Боевой флоп. У Терн И такой. все, закопали уже на черный, да. Со второго раза выиграл. И все, было 300 тысяч, стало 1 300 000. Работаем дальше. Потенциально русскоязычный участник финальных трех столов главного турнира — литовец Бенни Словас. Смотрел немножко его в Гугле, ничего особо не нашел, но кроме того, что он выиграл юбилейный турнир, о чем мы уже говорили. Да. Ну там еще было пара фоточек каких-то, но я как бы не видел его нигде. Он викинг выставляется, ну или грозит выставлением. Да, и угроза оказалась слишком сильной. Бьем кролл на апгай. Какой-то хороший у него стек. Кролл на апгай. Сейчас. А, я давай посмотрю... Кого? Некбрик. Знаешь, кто это? Нет, не знаю. Кролл на ап Федор Хольц. Некий Федор Хольц. Похоже. А где-то его видел недавно, Федора Хольца, да? Он же был в каких-то турнирах глубоко. Честно говоря, не знаю. Надо у Ильшана спрашивать. Да я просто помню, что вот вещи. Это вроде немец, Федор. Некбрик закрыл стату на... на Official Poker Rankings. Неплохо вот Федор Хольц этот провел ЕПТ Барселона, выиграл 8 макс за 2000 евро, четвертое место No Limit Hold'em PLO Турбик 8 максовый на ЕПТ в мейн ивенте, там, ну, 101 место, но он, наверное, в трансляциях каких-то там появлялся, ну, на Кипре отметился на ВПТ, турнир Ливанского покер тура выигрывал. Тоже на Кипре, так что, наверное, общем, его знают многие наши. Да, не случайный человек. Риги, да. Так что пометим его с вишенкой. Федор Хольц. Джумастер там, кстати, вылетел на 24-м месте. Как-то не обратил я на это внимания, отвлекшись на гугление лидеров. The Master J33 продолжает борьбу. Торица батит против Элиора низкую доску. С 60% сайзингом. Элиор сдается. Матликер. Батят по поту на ривере. Я упустил экшен, к сожалению, он с ТГ открывался, да, судя по всему. Упустил экшен, что было на флопе терне, но на ривере он бетает и Дэн думает. И выкидывает. Так, пересмотрим. Так, да, давай. Открываю я в реплеере эту раздачу. Сдвигаю стол. Открылся на 2,5 ББ. Открылся из УТГ, прилично, да. Кол от Дэна в позиции. Все выбрасывают. Я бы сейчас сказал, с чем я увеличиваю сайзинг, но это будет такое палево. Поэтому, пожалуй, не буду.
Чек кол сыграл на флопе. Да, ну типа с туз хай поймал туза, и потом Дэн прочекал и выкинул на ставку ривера. То есть, ну так, история укладывается. У меня туз дама, у меня туз король, там, туз дама пик. Сыграл аккуратненько чек кол, поймал туза, победил. Сомневаюсь я, если честно. Ох, сомневаюсь. Ну, доска 9-8-7, наверное, для OTG Razer, она не такая крутая для того, чтобы ставить канбет. Конечно, конечно. Но все дело в флопсайзинге. Угу. Большой слишком. Угу. То есть, с многими тузами мы бы не хотели, сильными, особенно сильными тузами, мы бы не хотели, зачем нам увеличивать сайзинг с ними? Я просто не видел, ты у него стандартный сайзинг или он... Нет. Типа... Ну, насколько я помню, он все время 2 ББ открывался. Ага. Что ты тогда предполагаешь у него? Пара или... четверок. Ага. Или пятерок. Ну, или какую-нибудь там рандомную семерку. Ну, там, типа, 7... Ну, руку, которую он хочет открывать, например, там 7-6 сьютот, 7-5 сьютот, 7-9 сьютот. Но с которой хочет побольше фолдов, поменьше фолдов, экшен, поменьше, да. Поменьше пушей от шарстеков, поменьше 3 бетов. Да. Деймаус каким-то образом до ривера дошел с его стилем игры. И вот с Крейзи Элиором теперь раздумывает, что делать на ставку. Да, и чек-пас сыграл. Что на такой доске, наверное, резонно. Так, хотел я еще посмотреть, кто такой Дэн 1986. И сейчас это сделаю. Юташ open пушит с ранее 15 блайндов. 14 блайндов. Угу. Все выкидывают. И потихонечку все агрессоры потихонечку подстиливают блайнды. Ну и еще потихоньку съеживается стек Изельдура. У него было на пике больше 5 миллионов, сейчас уже ой, меньше господи, 4. Съеживается. Да, 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 проиграл 20% стека проиграл. Все серьезно. Сейчас, правда, флоп 6-2-2, наверное. Тяжело терпеть его канбет и грядущий барлинг, потому что на 6-2-2 то как минимум две улицы он поставит точно. Смотря что у него, смотря что выйдет терном. Да, смотря что выйдет терном. Да ничего, просто скажут, играйте как есть. Трибет, 4-бет, ну, в общем, понеслась. Нельзя, видимо, стать турнирным топ-регом, не научившись лайт. Ну вот смотри, на РТГ в прошлый раз делал ОСК, да? Mm. И я предполагал, что в блеф он такого не делает. Угу. Сейчас узнаем. Пока что мальт-ликер задумался, так а с какой рукой вот тут можно легитимно задуматься? Задуматься с туз-король. Туз-король, да. Да. Ну как разыграть? Через пуш просто. Или через небольшой 3 бет и кол алына. Или через небольшой 5 бет и пас алына. Ну да, в принципе, с любым нацем тут можно задуматься. С туз-дамой можно задуматься. С валетами можно задуматься. Ну, кстати, турнир-то очень ответственный такой. Именно такие турниры продвигают покерную мысль. Может, уже опять бет блефе в холодную надо задуматься ему было. С какими-нибудь суперблокерами. Так, Даймаус выставляется против The Master. J33 побеждает. Ага. Следует у нас 5 бет. Горячую. Ну, сейчас узнаем, бетает он в блеф вообще. Быстрый пас и The Nerd Guy. Парам-парам.
И кол так, давай, кол. Не, какой кол? Ну как, надо послоп, кол. Интересно же. Да нет, тут столько шашек. Ну да, жалко засылать еще 330 тысяч. 4 bet fold. Окей. А ливанец с циферками. Тоже не покидает ощущение, что нужно знать, кто это такой. Но нам Глеб Ковтунов помогает в чате. Некбрик очень хороший топ-рек МТТ высоких лимитов. Но как истинный немец, полный отморозок. 4, уже у него больше, чем у Изельдура, кстати. Он чип-лидер. Ну, я, честно говоря, с ним, по-моему, не перес... Ну, не знаю, сейчас я подумал, почему я не включил покер-трекер свой, Да, чтобы разумная, понять. кстати, мысль, да, Так, может. что у меня там, на кого есть? Девятнадцатого Дэна не удалось мне, кстати, пробить на имя и фамилию. Так, на первых двух-трех страницах его нет. Слушай, а она дровосида, оказывается, мы с ним очень много пересекались, но я что-то вообще его не запомнил. Видимо, такой ник нечитаемый, что ты просто не обращал внимания. Так, хасла. Ну, тут уже, наверное, совсем без фолдека. Эти восьмерки в туз 10, флип. Сразу Ну, кладут десятку стой. Райану Фейру. 8 или 9 спасало, но... Все, минус 1. 21 человек остался. И скоро будет пейджамп, уже пейджамп. 2 баина, 10 тысяч. Конечно, все Даже, это... знаешь, на Исильдуру 95 раз дачи А это, наверное, об сервером-то когда был. Нет, об сервером они не импортятся. Ну почему? 30 раздач, по-моему. Или 20 раздач может импортиться, когда ты турнир открываешь. Да, из этих 100 раздач 4 бату и Исильдура 4%. Классно. И агрессия ривера типа там 0,6. Сейчас посмотрим. Нет, таких глубоких статов нет. А, ну да, там мало рук совсем, конечно. Батнул один раз из двух ривер. И все. Нанек брик 400 раздач, чем не менее. Да, ну Гринтер, у него средний бэйн 33 доллара, как там заметили в чате, то есть он очень много играет. Но почему-то я лучше знаю Endless Джей, на которого 120 раздач всего лишь. Так, Изильдур ставит камбэт в маленькую доску, Джака кол. Закрывается флеш, уходит иверкарта. Ну и как бы не особо думая. Пошел мочить. Да. В чате спрашивают, это Виктор Блум. Не в нашем, правда, чате, а на столе. Так, о, какой там экшен Викинга. С ливанцем. У израильтянина с ливанцем две пары и две дамы. Две пары становятся фулхаузом. И трагедия ливанского игрока с хорошей очень рукой покидает турнир на 21 месте. Посмотрим в реплее эту У него, раздачу. Хотя что кстати, там случилось, в принципе. 95 раздач на 4-4-4-6 есть, Все понятно, что там произошло. статы 13 на 8, стил 14. Ох ты, Изильдур поставил приличную ставку на ривере. Тойлет переставил валы и сразу выкинул. Виктор. Сейчас пересмотрим. Это там взял, пошел мочить терн, да? Молодец, Викинг 9-4 защитил, поймал две пары, выиграл.
Верпары, отлично. Так, и там Дрововася выставляется против Дэна, и Туз Король его не усиливается. Дэн выигрывает эту раздачу, и один вылет до двух столов у нас. 19 человек осталось. Да, Изильдур мини-рейс, Джакакол. И просто бэткол, бэткол, бэтпуш. Ну, туалет красавчик. Ну, он любой сет так играет, ведь, да, любой флеш. Насчет наличия блефов я не уверен. Насчет флешей я не уверен. Ну а что, в позиции подколил, потом купил флеш и просто кол сыграл с Изильдуром. Кол сыграл, да, на ривере доска спаривается. И какие с флешей мы можем вальюбатить? Только нацевые, тузовые. А низкие флеши, то, скорее всего, уже нет. Да, наверное. Ну я к тому, что, наверное, там блефов-то почти нет у него. Я с трудом представляю, чем он будет блефовать. Семеркой. А, нет, семерка спарилась. Тоже шоудаун были. Ну и блефует с ней, да. С парой девяток с крестовой. Хотя это блаф кетчер, как бы, с крестовой девяткой. Не знаю. Шесть. Нет, ну, в общем, я не думаю, что он особо заботится о том, чтобы балансировать свой диапазон в такой ситуации. Если подразобрать раздачу, то есть прикинуть наш спектр, можно найти там лучшие руки для пуша. В качестве блефа. Николас Чуйти пишет там в чате. Израильтянин, конечно, флопает две пары. Ага. Во всем Исай Шейнберг виноват. Во всем происходящем на сайте. Ну, Маунтин Рост, ты чё так неудачно выступил, если израильтянам благоволит генератор? 4 защиты. Моя школа. 4 в масть, да. Голубенькие. Хорошие. Хольц там какой-то конский 3-бет ставит. На малом блайнде. Ну, не пугает сайзинг нердгая, он ставит 4 бет. Причем да. Такой 4 бет на 25% стеком. Угу. И на тебе, там, делай что хочешь. А, сайзинг 3 бет хорош, кстати. Да, похоже, в таком мире дело, в общем, не в смелости или в трусости, а просто приходится диапазоны балансировать. Угу. Чтобы что-то не проседало слишком сильно. Да, или да, ну, наоборот. Да, да. Иначе тут съедят себя тем или иным образом все равно. Зато вот мы там, конечно, подтраливали его немножко за рейспасы. Но он затроллит кого хочешь теперь. Уже третий стек. На покер Дэвила оказывает давление. Большого блайнда. А что было на флопе? Я проглядел раздачу, вижу просто приличный такой банк уже. И... Он, скорее всего, Эвил открывался, да? Ну, скорее на всего, открывался, чек, а тот защитил, сыграли. Да. Да, чек сыграли, и Тойлот бэтнул терн, да? Или нет? Банк что-то великоват для этого, мне кажется. Или данк бэт, или он донк. Ну, сейчас что гадать, будем разбираться. Комментаторы, блин. Ну да, три стола не пускаем следили. Пускаем экшен. 9-10 у него были. Вау. Так, ну что, я открываю реплеер. Давай. Или тоже. Любуюсь на эту историю. Да, Покер Дэвил Рейс. И затойлот просто, ну, кол. И донг на флопе сразу. Хороший такой донг. Ну, норм. Полбанка, потом типа рука уже послабее стала, потому что проиграл. И чек-чек. А на ривере, да, еще флеш доехал, все, вылюбать больше не можем. Угу. Такая вот жизнь. Ну, какие-нибудь туз 10 там у Покер Дэвила? Так уверенно отколил все. Ну, наверное, да. Туз 10, король 10. Туз валет не стал там блефовать. Нет, туз валет, я думаю, он бы бэтнул. На ривере? Конечно. Угу. Ну, у него, как бы, это один из лучших риверов для него.
Да. Соответственно, со всеми стрит дро, которые там были, там, с семерочкой, с валетом, надо бетать. Да, ну хороший банк выиграл Джака и третий стек, но там очень плотно идут три лидера. Ой-ой-ой, как некрасиво. А, нет, нормально все. Бедный мэтликер. Да, разобрали совсем инструктора. Смотри, бетнул IQ. Флэш-дро словил на флопе с суперкартами. Це бетнул довольно много. Сегодня упал валет, он с овербет пошел. Попал в трипс. Ну, увы, ах. Да, 9-7. Еще и флеш ловил. Флеш ловил, но Проиграл. проиграл. Да, проиграл. О, на австрийц. Мне нравится, как он играет. 20 ББ, open push. Викинга. Все, ничего не сделать. Сиди, гадай. Что там? Ну, что гадать, Пятерки открыл калькулятор. или дама 10? Открыл калькулятор и угадал. А, кстати, когда если ты откроешь калькулятор и реально посмотришь, как ты должен играть против капнутых спектров, то есть Супер широко там, да, получается? Джекпуш, да, 18 ББ, ты удивишься, какими руками ты должен делать кол. Вот поэтому наш Михей опенпушит тузов с такими стеками. Так, ну все там. А open пушить тузов с такими стеками глупо, потому что люди так кол не делают. Ну, настолько широко калькулятор советует закрывать, люди не закрывают. Ну все, два стола у нас осталось. Вылетел в коинфлипе Диклер 1. Так, и теперь мы будем заниматься фэншуем каким-то образом. Я не знаю, что придумать можно. Можно чат, конечно. Ну, ставь один вверх, один вниз, окно старзов Типа, так, на сюда, третий стол, на четвертый, а на четвертое место два чата. сюда, сюда. Тык-дык-дык. Сюда. Типа что-то такое пока сочинилось. Или надо побольше пододвинуть, наверное, наши записки. Так, это что у нас за экшен-то такой? Рейс, 3-бет, 4-бет. А ну, Кто идет 3 бет, ну, канадец ему ничего 4 бет. особенного, да, все как обычно. Дойлит выкинул. Да, все выкинули, в общем-то, кроме того, кто 4-бет поставил. Он бы, наверное, тоже выкинул, ему не дали просто такой возможности. Да, ну я первый раз, конечно, комментирую так турнир по онлайн-МТТ. Наверное, многие в первый раз комментируют турнир по онлайн-МТТ или вообще видят их с комментарием. И для меня дикое откровение. Это количество 3-бетов, 4-бетов. 3-бетов-то ладно, но вот то, что 4-бет там в каждой второй раздаче, куча из них Нет, ну играется в блеф, не, это... что, не каждый второй раз. Если открыто было 4 стола. Открыто 4 стола, и где-то кто-то кого-то постоянно 4 бет. Ну, это понятно. Да. Как бы, но с точки зрения там игры на одном столе, они такие Ну, же когда чё, я там играл 2 года нормальные. назад, там, на 12 столах, так у меня не было ощущения, что вокруг такой дикий экшен все время несется. Как-то Не, попроще малыши играли. экшен постоянный. Да, игра. Главное с тем, с количеством этого экшена не перебарщивать. Так, ну сейчас уже по 45 тысяч долларов дают всем, кто остался в турнире. Это, конечно, вроде круто, но это 9 бои, ну все. Это у Зельдура что, камбэк двоих на доске король 10-2. Nothing special. Поляк отколол. Бланковую семерку Сильдур должен сабетить часто. Ну, опять же, блин, я не знаю, как он составляет рейндж, да? Ну, я бы часто цебатил. То есть у меня стратегия, она построена, На знаешь, месте что? На Баттома, дофлопе. например, туз 10 мы здесь платим, если он без пик там всего или выкидываем. Десять. Платим. А сдаемся на ривере. Туз 10? Или слишком хороша? Смотря на каком ривере. На Ага. ривере, Ну, на бланковом ривере, который да. не закроет,
который не закроет ни флеш, Не гадшот, да. ни гадшот, не сдаемся. Угу. Мы будем сдаваться с дровами, которыми мы не доехали. Ок, понятно. Ну и естественно, ну если у нас есть блокер на, ну здесь есть блокер на флеш, угу. например, туз 10 и туз у нас флешовый, угу. ну там мы можем выкинуть. Угу. То есть, ну потому что просто. Ну да, меньше комбинаций у него блефовых будет. Для блафкейшинга да, они очень хорошо подходят. Но с другой стороны, десятка это блокер на десятке, это блокер на король 10, который если дурман может вылюбатить. Так что она режет значительное количество value комбинаций и в качестве блафкетчера подходит идеально. Соответственно, если у нас есть основания, что если дур как-то там сбалансированно батит, ну или вообще батит в блефа, то мы должны колить. Почему нет? Поляк открывается. И повисла пауза драматичная. А ну да, то так думал, типа пушить или набрать какой-то наборный, там или на кнопочку нажать. Не, отличный сайзинг, мне нравится. То есть такой сайзинг и не 4 батнишь в блеф, потому что привязываешь себя. То есть опять же, тогда это блеф будет из разряда 3 бата в туалета. Типа угу. я ставлю половину стека и выкидываю на пуш. Ну, типа 270 поставил, еще можно выкинуть на пуш. Нет, 270 нельзя поставить, потому что 270 дает возможность той теку калировать с любыми. Ага. Ну, он же тогда будет сильно кэпнутый. Можно поставить 384. А не важно, будет он кэпнутый или нет. То есть, если ты колешь 100 тысяч за банк в 600, я же с самого начала говорил, ты можешь позволить себе играть только на лучших лопах, которые для тебя подходят. То есть, даже если ты будешь калировать и фолдить на ЦБ там в 80% случаев, это все равно будет более выгодно, чем пас. Ну да, да, согласен. То есть ты просто ловишь доску, в которую ты попадаешь, не играешь, все. Пас all-in, кол. Свалет. Ну да. Ой. Есть в этом определенная справедливость, да. Все-таки на этот раз Crazy Lure поставил 4 бет не в блеф, а с value. И переиграл соперника на пасфлопе. Ну, я, честно говоря, не понимаю вот такие пуши с... ну, такие широкие пуши, как мы видим. Когда экшен идет типа УТГ сделал рейс, УТГ плюс 1 поставил 3 бет, УТГ плюс 3 делает 4 бет. То есть, ну, как Crazy Lure, то есть середина стола. То есть, не, ну тут, кстати, не совсем так, потому что тут уже со средней позиции пошло, но... На мой взгляд, если человек адекватен, то есть если человек регуляр, у него никогда не будет смещен там спектр 4 бетов таких там сильно в сторону блефов, чтобы там мы могли пушить там, ну, опять же, король, дама, туз, валет. То есть понятно, что эти руки лучше всего подходят, да, в плане блеф-пушей, но не факт, что у человека в спектре 4 бета во весь стол там в UTG рейзеров будет такое количество, ну, такое количество фолдов, которые нам нужно, чтобы пушить в плюс. Да, но как бы то ни было, Райан Фейр решил, что туз валет, не знаю, на блокер он понадеялся или решил флип выиграть. Да просто решил, что достали 4 бети, сколько можно уже жрать это говно. Да, типа того. Наконец зашел наконец-то, я 3 бетчу, и меня за спиной опять там подработят. Типа упуская то, что УТГ рейзер был. Ну нет, там не УТГ, там просто позиции это другие совсем. Там со средней был рейс. Ну то это все в середину ну, как-то стола. Ну уложилось. Да, да. Но все равно Элиор, он 4 батил из-за. Элиор на катофе, по-моему, был, да. Не на катофе, на МП. Нет? Сейчас я открою. Вроде на хайджеке он был. Не, он на катофе был. Изельдур на батане и так далее. Еще и Сильдур на батоне не сидит, то есть у него тоже как бы потенциально можно ждать все что угодно. На мой взгляд, так себе спорт, чтобы внедрить туз валет. Да, проще, ну, 3 бет фолд сыграл, и все. Катаем дальше. Пишет в чате, можно ли говорить вместо бетает, простое русское ставит.
можно. Можно. Я извиняюсь, если кому-то это режет слух. Три человека у нас смотрят флоп, Изильдур открылся, оба блайнда заплатили. Доска туз 7-4. Маленький камбэт ставит Виктор. Задумывается Джака. Пас. Покер Девил тут тоже должен вроде чаще всего пас, но он играет кол. Что резко усиливает его диапазон? Что, восьмерка? А, нет, ну то, что он играет кол, а не пас. А. Этот факт. Традиционный второй баррель для Вити. Хотя первых нацев, наверное, у него меньше, чем у соперника. Пятерка. Интересный ранал. Так, вот так, такое решение принимает. Девил. Интересно. Чуть больше полбанка. Если подумать, пятерка для него это хорошая карта. То есть у него и туз 5 доехали. И там туз 4, это как бы две пары, и туз 8 две пары, и шестерки у него какие-то в рендже есть, это типа руки типа 7-6. 7-5, 4-5, например. Второй парой. 4-6 да, доехало 5, ему. Хо. Да. И если смотреть на Исильдура, то пятерку, ну, учитывая, что он достаточно сильно помогает по Кирэвилу, он часто заходит, ну, он не захочет валюбасить по пятерке руку типа туз-король. Угу, даму. Конечно, да, скорее всего. Это будет чекать бихайнд. Соответственно, как по Кирэвилу с этих рук добирать? Батить? Да, но надо еще что-то добавить, сбалансированно, чтобы был нормальный диапазон. Я не знаю, что добавить. Да, но флеш-дро какие-то избранные, наверное. А, да, да, кстати, да. Отличный, отличный план. А, типа даму, балет, червы. Угу. Одна комбинация. Не, ну есть еще дама 10 червы. Дама 9 червы. Там их много, там 10-10 берется. И бетать, соответственно, две пары и стриты. Ну, сильные две пары. Так что у нас тут за экшен? У меня путаются фишки на столе. А, то просто три бета, два кола, да? Флоп суховат. Дама 2-2 с червовым флешдро. Ну, на самом деле, блафкетчить на месте Исильдура там сложно, потому что вот мы-то сейчас, конечно, расписали идеальную картину, что он, да, он там бетает на вэлюс. Да, но это типа Риты, стадия двух пары, столов МТТ, да. И, в общем, не все готовы поступиться своим флаши, стеком. И флаши, как бы, он может с ними и не колить терн, например, угу. А может сыграть чекрейс на флопе, то есть их... по-хорошему у него, ну, они будут у него там на ривере не все, и плюс не факт, что он на ривере с ними бетнет. Поэтому на месте Виктора сложно. Ну, короче, очень сложно с тузом это лавкачить. Может, у него что-то сильнее было. Так, Покер Девил выигрывает большой банк. Сет, ну, тузов? Сет, например. Ну, не обязательно тузов. Четверок, семерок. Так, хотел посмотреть на эту раздачу я вблизи. Даймаус открылся, кол Фараза, кол от Девила, 3-бет от ВББ, сквиз такой тройной. Даймаус выкинул, 2 кола, и дама 10 у Покер Девила здесь доехала, и вышел король, он тут снова чекает. Поляк изображает АК и получает один кол и успокаивается, так как тут он уже АК не изобразит, тут его любая дама вскроет. Изи, а то и мелочь какая-нибудь. С чем же он трибетил? Какая-то лабуда была. С которой не захотел пикантбет почему-то ставить. Не знаю, загадка для меня. Туз валет вполне. Подходит, то есть рука, которая, ну, которая шоудаун-бэлли какой-то есть. Угу.
которая, ну, слишком сильна, чтобы превращать ее в блеф, чтобы блефовать с ней. По королю можно бетнуть, выбить какие-нибудь низкие пары, типа там пара шестерок, пара семерок. Да норм. Я думаю, что надо было бы и продолжать по королю бетать дальше. Ой, я опять говорю бетать, да? Продолжать атаку, да. Продолжать атаку, продолжать ставить. Отдавливать на оппонента. Предлагают задержку убрать с печати. Со следующего часа. Как бы никого из русскоязычных нету. Покер Дейл, жесткий телефон, вообще не любит сдаваться. Да, можно устроить, я думаю. Если викинг и говорит по-русски, то он тщательно это скрывает. Да и мы не так уж активно обсуждаем его действия. Витя... Вообще обсуждаем, по-моему, только Алына, когда кто-то там с кем-то сходил, и то в реплеере. Не, ну мы Витю обсуждаем, вот он там ставит, например, ривер сейчас. Че-то он активизировался. Ну так фишек нету теперь, надо их где-то брать. Парамон, ну вот мы не знаем, что было у Виктора. У нас уже нет агентов, к сожалению, за столом. Кто может посмотреть, какие карты макнуты были? Мы это, наверное, даже никогда не узнаем. Вот когда останется один стол, там потом будет реплей с открытыми картами, всех абсолютно раздачи. Вот там-то можно будет оттянуться. Да, ну тут Даймаус выкинул в очередной раз. Тут уже, похоже, все у меньшего количества людей остается иллюзия, что Изельдур тут блефует направо и налево. С ним уже поиграли, статов поднакопили. Он может пользоваться вот этим старым олдскульным приемом, типа переключением скоростей. Типа, что мы играем лузово. И как только стол понимает, что мы какие-то сумасшедшие, мы начинаем играть чисто на вэлли. Ну тут нам перестают руки заходить. Ну да. Это такой прием рискованный достаточно прием. Мне вот нравится очень олдскульный прием, когда у нас каждые три раздачи тузы, но это же не так часто получается. У нас очень агрессивный имидж, и при этом мы каждый раз показываем нац в Алыни префлоп. Так вот Саша Мужников набивал огромный стек в первый день мировой серии. Там никто у него не верил. Типа да. Там 12 раз тузы, 16 раз туз король. Но у него еще и вид там такой был, достаточно блефовый. Можно сказать, в панамке сидел такой непонятный человек. И всех все время 3-бетил, 4-бетил направо и налево. И набил там, типа, 200 тысяч, я уж не помню сейчас точно сколько. Он был один из чип-лидеров в первый день мейна. Тогда, когда он далеко очень прошел. 19 место, по-моему, занял. В 2011 году, кажется. Так, ну, Даймаус, это уже остался лям всего, ему можно пушить. И он решил поиграть. Зафлетил с баба. Ну, у тебя есть, скажи, какой-нибудь размер стека, когда ты вообще перестаешь вот кол, например, играть с ББ? То есть алын или пас всегда, нет, с любой позиции? Нету. Нету, да? Нет, ну, ну да, нету. Даже с 5 ББ я играю колом. Угу. Иногда. Ну, с 5 ББ, может, в этом есть смысл? Там нет совсем фолд эквити. Как бы вот раньше считалось, пушбот начинается, ну, блайндов там с 15, например, условно говоря. То есть с того стека, с которого у нас нет рейс-фолда. Ну, это было из, насколько я понимаю, из каких-то ECM соображений. То, что вот когда у нас маленький стек в МТТ, то нам типа выгоднее, ну, то, что сам стек сам по себе представляет огромную ценность, большую, чем там получение положительного винрейта за столом. И поэтому там важно или внедрить этот стек куда-нибудь, чтобы удвоиться весь полностью, или, ну, соответственно, внедрить и потерять тоже полностью. Но чтобы не было такого, что у нас там стек на 20% увеличился, на 20% уменьшался, потому что считалось, что при маленьком стеке это становится там типа критично, и это очень плохо. Ну, на мой взгляд, это не так. Ну, не совсем, точнее, не совсем так. Но опять же, тут сколько людей, сколько мнений, и как бы игра развивается.
Ну вот игра в коротких Надо стеках хотя в бы МТТ пушку развивается отбить. как в основном за счет капов и вообще прочих таких шорт-стекинг кэш игр. Или за счет Нет, накопления там статистики в МТТ. за счет калькуляторов, за счет развития калькуляторов. То есть с тех пор, как появился там ИЦ Майзер, Simple Nash, там прошло 2 года, люди научились играть ну, люди научились пушить на опены, там адекватные спектры. Сейчас там Hold'em Resources есть, люди научатся играть в 4-бет-потах. Ну, точнее, не в 4-бет-5-бет ситуациях, то есть более-менее грамотно строить свои спектры. И так далее, это все будет развиваться. То есть это с развитием софта. Техники. Крис Манимейкер появляется у нас в чате и говорит «Бум!» Призывает, Мани видимо, 800, да? призывает пользоваться он, видимо, сервисом PokerStars «Бум!» и охотнее делиться своими раздачами. Да, Мани 800. Ну что ж, у Ладно, нас перерыв будет там. Ну, перерыв, ты задержку убираешь? мы уходим на перерыв. Да, я думаю, я убираю задержку и И встретимся через 5 минут.